Всем привет, вы на канале Цеврюшки, и сегодня мы сделали вот такой вот лабиринт из бутылочек. Действительно, одинаковые бутылки мы взяли, несколько прорезей, будет два одинаковых входа для наших хомячков. И прямо сейчас нужно решить, за кого вы будете болеть, за Алису или Данну. Да, напишите в комментариях. Попытайтесь угадать. Да. Ну что, начинаем! Так, девочки-хомячки зашли внутрь. Ой-ой-ой. Вместе. Сели вместе. Умыться надо. Алиса начинает умываться, смотрите, ничего не происходит, они просто сидят на месте. Или они хотят потом красотками пройтись по нашему лабиринту и выйти красиво. Слушайте, надо, наверное, закрыть все-таки части. Закрыть, чтобы они не смогли убежать. Да, два выхода закрываем, и третий останется только. Ну что, кто это? Данна, смотри, там крышечка. О, Данна опережает. Отлично, здесь тоже крышка, ищет выход, здесь дно бутылки, нашла проход, умница. Алиса тоже нашла. догоняет, идет за ней, и вот уже финишная прямая, супер, победа, носит высунулся из бутылки, значит все, победительница Данна, молодцы все, кто угадал. Все, давайте проследим, вот так она перемещалась, искала. Замечательно! Выходит, да. Вот такая победа! Победа! Но что же Алиса? Вышла ли Алиса? Она уже рядом возле выхода. Слушай, она возвращается. Данна опять вернулась. Данна к ней пришла, говорит, сестричка, давай погуляем по лабиринту. Хомячкам очень нравятся всевозможные лабиринты, особенно из трубок, когда они сделаны. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы видеть новые выпуски. Всем пока!